Лучшая ловушка для новичков в шахматы. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Chess. Сегодня мы поговорим про очень интересную ловушку. Как выиграть с черными фигурами за 6 ходов. Что ж, приступаем. На доске у нас f4. Дебют Бёрда. Специальное продолжение играть e5. Мы вроде бы скидываем пешечку, но взамен мы получаем серьезную инициативу и развитие фигур. И здесь, как правило, играют конь f3, но с вами могут сыграть и конь c3. Этот ход был не менее 10 тысяч раз, но тут черные сразу выигрывают, ведь после конь h4 шах единственная защита — это только g3. И тут можно так и слоном, так и ферзем. Ну, можно для красоты просто ферзем взять. Аж. И слон g3. И это мат. Давайте посмотрим принципиальное продолжение. Е5, Е, d6, Е2, конь d6. Мы посмотрели уже, что будет, если сыграть конь c3. Теперь посмотрим на конь f3. Здесь черные агрессивно делают ход g5. Мы просто хотим прогнать этого коня и поставить мат. Ферзь h4, и потом слон g3, hg и ферзь g3. Что ж, тут белые ходят g3. Мы играем g4, выгоняем коня. Тут играют конь h4. И мы ходим просто конь e7. Идея хода конь e7 — сыграть конь g6 и выгнать этого коня. Тут белые могут сыграть d4. Как раз ставить слона на f4. Но мы все равно играем конь g6. И тут в случае ошибочного хода конь g6, hg, выясняется, что у белых не так много ходов. Ведь после простого хода слон g2 мы просто заносим фигуру. Ладья h2, бриллиантовый ход. И ведь после ладья h2 мы играем слон g3 с шахом и одновременно нападаем на ладью. Это наступление, просто берем ладью. У нас большие шансы на победу. Тут мы смотрели слон g2. Этот ход сразу проигрывает. Но что, если белые сыграют ферзь d3? Вроде бы защищают пешечку. И такое уже не работает. Ведь пешка защищена, и слон не сможет ее съесть. Мы просто играем конь c6. В случае ошибочного хода слон g2 мы просто берем пешечку, конь d4. Ферзь не может взять ввиду ладья h2 и с дальнейшими слон g3. Тут уже позиция выигранная. Конь c6 и сильнейшая тут c3. На c3 мы играем ферзь d7. Если играют здесь белые слон g2, то мы играем слон e6. Это блестящий ход. Вроде бы мы поставляемся под вилку, и тут белые просто остаются с лишней фигурой. Но на этот ход мы приготовили конь e5. Напали на ферзя. В случае шаха на b5 мы закрываемся слоном. И в случае, если белые такие жадные, они берут пешечку, то мы спокойно делаем рокировку. И тут я думаю, то, что черными играть приятнее, нежели чем белым. У белых просто стоит фланг, он даже не развит. И приоткрыт король. У нас фигуры все активные. И есть доминация. Надеюсь, вам понравился ролик. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.